Венгерская полиция применила слезоточивый газ, чтобы сдержать поток мигрантов, прибывающих из Сербии. Официальный Будапешт также заявил, что в ближайшее время направит на границу 2000 полицейских. Ранее стало известно, что венгерское правительство обсудило вопрос об использовании армии для защиты границы. Решение об этом теперь примет парламент. Пока же беженцы из Сирии, Ирака и Афганистана продолжают прибывать в Венгрию, используя все возможности. «Я хотел бы найти страну, частью которой могу стать», — говорит этот сирийский беженец. «Я мечтаю о культуре, о цивилизации. Вопрос ведь не в том, чтобы получить деньги или продовольствие. Вопрос в том, чтобы обрести свободу, свободу мысли, возможность получить образование, стать частью цивилизованного мира». С понедельника Венгрия фиксирует рекордное число мигрантов, прибывающих из Сербии. Так, в понедельник их было 2093 человека, во вторник уже 2533. Ряд наблюдателей выражает непонимание столь жесткой позиции Будапешта в отношении мигрантов, учитывая, что прибывающих интересует в первую очередь Австрия, Германия и страны Скандинавии. Я знаю, что Евросоюз старается сделать все возможное, говорит другой сирийский беженец, но убежден, что он может сделать больше. По меньшей мере в том, что касается давления на правительство Венгрии, для того, чтобы оно беспрепятственно пропускало нас дальше. Никто из нас не собирается оставаться в Венгрии, поверьте. По данным европейского агентства Frontex, с начала 2015-го на территорию Евросоюза прибыли 340 тысяч мигрантов, что в три раза больше, чем в прошлом году. Венгрия, в отличие от балканских соседей, проводит дактилоскопическую регистрацию новоприбывших и становится официально местом их въезда в Евросоюз. В результате правоохранительные органы других стран, куда позже перебираются мигранты, возвращают их именно венгерской стороне.